Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні субота, 25 листопада, і традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Цвітаном. Пане Романе, вітання, слава Україні. Слава, бажаю всім здоров'я. Ну, хочу розпочати наше зведення з того, що терористи ще раз підтвердили, що вони просто цинічні і не мають ніяких взагалі ні людських якостей, тому що нагадаю, що 25 листопада сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 32-33 років і масових штучних голодоморів 21-23 років минулого століття і 46 та 47 років. І, пане Романе, якраз в цей день окупанти запустили найбільшу кількість безпілотних літальних апаратів по території України з початку повномасштабного вторгнення в Україну. 90 років назад російські окупанти, ще тоді, які заходили в Україну, забирали хліб у нас. В селі Єдути Борзнянського району Чернігівської області, забрав хліб і розстріляли моєго прадіда по матері, Івана Бороденка, Івана Дмитренка. Іван Дмитренко, було 13 дітей. От мою бабушку Марію Івановну, її після цього, вона 13-го року, 20-літню дівчинку, в теплушки відправили на Донбас на поселення. От, от так от з моєю сім'єю російські окупанти ще 90 років назад поступили. Царство Небесне моєму прадіду. А Голодомор, от іменно в этот день росіяни вирішили создать такую массированную атаку 75 шахедов. Это то, что мы с вами говорили. Может быть, политический информационный какой-то посыл, который подвигнет их на принятие решения на массированную атаку чего-то или чем-то, или ракетами, или шахедами. Вот он, политическая, так сказать, подоплека этого решения. С технической точки зрения, чем больше будет лететь шахедов или ракет, тем больше мы их собьем, причем даже в процентном относительном смысле. То есть, когда идет большая волна шахедов или ракет, система приводится в более высокую степень готовности, естественно, больше их сбивает в том же процентном. 75 шло, 71 мы сбили, потому любое увеличение или количество, или номенклатуры летательных аппаратов, оно будет как раз увеличивать и процент их уничтожения. Пане Романе, якраз вже встиг прокоментувати атаку шахедами Володимир Зеленський. Давайте я зацитую нашого президента. Більше 70 шахедів у ніч на день пам'яті жертв Голодомору, геноциду. Свідомий терор, саме я в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів, на жаль, не всі, але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб об'єднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповісти за скоєне. Окрім цього, пане Роман, Тарас Чмут, відомий волонтер, громадський діяч, повідомляє наступне, що, от процитую, у місяць Російська Федерація може виробляти, отримувати 700-1000 шахедів. За останні півроку накопичено ще під пару тисяч. Плюс, як це як нові, так і старі. Тобто, 1000 шахедів на місяць – це дуже і дуже немало. Да, это уже большой, довольно-таки большой серийный выпуск, тот, который наладили россияне. Это те цифры, о которых и мы с вами говорили. В сутки надо делать десятки шахедов, и они должны идти в сторону России. Вот тогда будет такой реальный, как минимум, зеркальный ответ. А реально, конечно, это ставить надо задачи на уничтожение военных объектов, причем уже таких, и производства в промышленных масштабах. Ну, как минимум, недавно военно-политическое руководство Украины говорило о том, что после масштабных атак получат россияне такой же зеркальный ответ. Я так понимаю, что вряд ли это были сотрясания воздуха. В ближайшее время мы должны увидеть несколько волн тех скупленных наших уже шахедов, о которых говорили наши руководители. Причем эти волны должны быть направлены в центры принятия решений, легальные военные цели, в
скорее всего, на Рублевку, в рублевские бани, если можно так сказать. Именно там, там все решения и принимаются. Пане Романе, ми з вами регулярно говоримо, що нас дивиться і ГУР, і Василь Малюк, Служба безпеки України. Але виявляється, не тільки вони, тому що Скабєєва в себе на 60 хвилин також дивиться вас. І давайте глянемо, що вони останнього разу з вами дивилися. Тому ми другі, правда. І ми цього ніколи не приємлемо. Такого бути, в принципі, не може. Знаєте? От вони там, смотрю сьогодні новини на українському телевиденні, 24 там. Выступает какой-то там эксперт в прямом эфире и говорит вещи, которые, наверное, они уже там в Европу уже. Говорит, проблема русских в чем? Они читают Пушкина и не читают Грету Тунберг. Знаете, вот и все. Эти несчастные русские. Вот он, вот этот красавец. Это правда. Это абсолютная правда. Но в чем он не прав? Да, это правда. Знаете, и думаешь, может, я правда там что-то такое непонятно. Грета Тунберг прочел, опа, и стал как европеец. Ну, вот это красавец, пане Романе. Якби мене вас частіше прослухалося, то, може, і Вторая армія міра краще б вела свої бойові дії на фронті з Україною. Этот товарищ одну интересную, очень грамотную фразу сказал. Мы другие. Мы разные. Мы разные. Мы украинцы. А то сброд россиян, причем именно сброд. Почему? Потому что они даже свои идентификации провести не могут. То есть куда-то их бросает, то на восток, то на запад, то на север, то на юг. Ищут себя, найти не могут. А найти не могут, потому что их нет. Их как нации не существует. Это такая тюрьма народов, которую нужно уже давным-давно распускать, раскрывать под видом русских там, ну, не под видом, а с паспортом россиянина, под видом русских. Это закрытые, причем закрытые такие, довольно-таки жесткие рамки. Закрытые татары, ичкерцы, ингуши, якуты, мордва. То есть это там несколько, ну, до сотни где-то наций и национальностей. То есть по большому счету их просто не существует. А он говорит, что они другие. Они другие, только другие до такой степени, что их просто нет. Такие чужие, я бы так сказал. Чужие этому миру, этой планете Земля. Потому только разгром российской армии, только развал Российской империи на составляющие национальное государство вернет им самосознание. Тогда они не будут говорить «другие». Почему? Потому что они тогда будут свои. То есть это уже будут народы, которые знают свою историю. Сотни тысяч лет некоторые народы и народности ведут свои корни. Просто их в свое время собрали в эту империю. Империя расширялась. И получилось вот такое чудо. Россиянин, так называемый, сборная со всех весей по чуть-чуть. Потому эти другие уже хорошо, хоть они это уже поняли, не лезут к нам со своими мыши-братьями. То есть никакие не мыши-братья. Вы просто другие, правильно. Дальше ищите свои корни, легче жить будет. Пане Романе, також є підтвердження влучання в Волгограді по військовій частині. В Кринках на лівому березі дуже плачуть окупанти, що їх нищать Збройні сили України. Ну і Василь Малюк дав велике інтерв'ю до документального фільму про те, як ми нищили Кримський міст. Давайте про все по черзі. Волгоград. От вчора Міноборони Російської Федерації, ми з вами згадували, розповідали, що всі безпілотники збили всі, але не всі. Як бачимо, на кадрах є потужне влучання. Що відомо по Волгограду? Там є військова частина, яка має один з найпотужніших складів боєприпасів. В Волгограде действительно, там не одна, там несколько таких базовых еще советских частей, которые были предназначены для охраны, обороны, хранения боеприпасов стратегических. И вот туда однозначно надо добраться. Уже беспилотники наши туда доходят, по дальности наши 700-800 километров есть. То есть по большому счету тропку уже туда натоптали. ПВО у них там нет, практически вообще нет, потому что оно практически все сейчас прикрывает. Пытаются прикрыть Керченский мост, но это слово «пытаются» самое главное, потому что прикрыть у них его не получится.
А в Волгограде это первая часть, которая начала вот так гореть. Там еще несколько, я думаю, серьезные волны наших беспилотников, до них доберутся в том числе. В этом регионе у россиян, там, если не только считать Волгоград, а там где-то в районе 200 километров по диаметру, там сосредоточены очень большие склады вооружений, включая и ядерные в том числе. Кстати, тот же Энгельс, он находится недалеко от... Мы в прошлом году туда доставали нашими стрижами. Он находится недалеко от ядерного склада, вернее, склада ядерного оружия. Там буквально несколько десятков километров в юг, на юг вдоль Волги. То есть этих складов там много, главное туда достать. Дальность небольшая, то есть это дальность до 1000 километров. Это дальность, в принципе, рабочая дальность для наших беспилотников. И в осенне-зимний период это должны быть такими основными военными целями для наших дальних средств поражения. Пане Романе, от, власне, Кринки, Лівий берег, є в нас запис від окупантів. Вони звернулися до міністра оборони Шойгу. Ось це скріншот з цього відео, там довжелезне відео, як вони плачуть, але суть їхньої розмови в наступному. Просим разобраться в ситуации, которая происходит в поселке Кринки. А точнее, нас завели сюда 30 июля 2023 года. До сих пор никакой ротации. Наш командир такой-то, такой-то с позывным «Змей» на нас забил большой-большой. Вчера этот «Змей» заставил нашего комбата, чтобы он нас вывел на острова. Ну и підсумок того, что кажут ці от окупанти, что з трьох рот, а це понад 300 осіб, наскільки я розумію, залишилось, в них лише 50 чоловік, і їх добивають. Стандартне, в принципі, стандартне дія наших військ на лівому берегу, уничтожение окупантів, які там знаходяться. Їм не дають уйти, їм не дають, вони практично там по лівому берегу всі в так називаємих оперативних огневих капканах, огневой мешок, так называемый. То есть вот они заходят, допустим, в Кринки, а дальше наша артиллерия не дает им оттуда выйти. Тут им не на змея надо в Шойгу жаловаться, а на украинскую артиллерию, которая не дает просто, это так называемый мешок. Они туда заходят, наши начинают бить восточнее Кринок, и любой выход этих войск из Кринок на восток, он тут же попадает под артиллерийский огонь и идет уничтожение. Вот это где-то правильные цифры, из 350 остается, то есть по большому счету в районе 20%. То есть правильное, грамотное действие наших войск и точное целеуказание как раз потому и находятся на левом берегу в основном. Военная разведка, у них основное это разведка, доразведка, корректировка артиллерийского огня. И в таком режиме идет уничтожение россиян. Потому называется «милости просим на левый берег». Вот там вы и останетесь примерно все. А самое интересное то, что именно левый берег Днепра для россиян самый худший участок фронта по доставке военной амуниции. Вот, чтобы из Ростова, допустим, в Кринки доставить боеприпас, он должен пройти 700 километров. Ну, по прямой меньше, но там, получается, ломаные линии, доставка идет 700 километров, причем из них 500 километров под прямым огневым контролем наших дальних средств поражения. Они как только заходят на территорию Украины в районе Новоазовска, они тут же попадают под наш удар. То есть для них это самый худший вариант наступления, обороны и так далее и тому подобное. Потому вот такой же полигон для уничтожения россиян сейчас наши войска и на левом берегу создали. Сейчас та полоса расположения, ну или тактические плацдармы, так называемые, так и так правильно, на левом берегу, их уже несколько, до десятка, наверное, 7-10 таких плацдармов есть. И вот таких Кринок там будет примерно столько же. То есть не все, правда, до Шойгу достучаться не успеют. Пане Романе, ну і тимчасово окупований півострів і Керченський міст. Наш голова Служби безпеки України Василь Малюк дав велике інтерв'ю і розповів деталі всього, що відбувалося
з Керченським мостом при атаці. Наступний сказав Малюк, що використовували Сі Бейбі, використовували інтернет і зв'язок через волонтерів, а не Ілона Маска, тому що ми знаємо, що Ілон Маск полюбляє старлінки відключати, коли ми атакуємо тимчасово окупований півострів і росіян на ньому. І відповідно розповів, що насправді розвіддані ми брали від самих росіян, тому що ті росіяни, які відпочивають на яхтах різних, на різних інших кораблях, самі знімають, і саме опори Керченського мосту наша Служба безпеки України фактично взяла з відкритого доступу. Так, мені було цікаво подивитись, по-моєму, на 1+1, канал 1+1 показав цей фільм документальний. Очень интересный подход, своеобразный, да, это чувствуется не военные, военные так не подходят, это спецслужбы именно с такой точки зрения подходят к выполнению боевой задачи. И иногда она, конечно, по времени растягивается, у военных все попроще. Нашли цель, навернули сверху и забыли за тему. А спецслужба, она, конечно, креативно подходит, очень интересно некоторые моменты. Но это надо посмотреть фильм, чтобы понять, я чтобы его не пересказывал, кому интересно, посмотрите. Но что мне, допустим, бросилось в глаза, вернее, и осталось в памяти. Первое. Дальность управления дронами до 900 километров. Это серьезно очень далеко. То есть это были выполнены серьезная работа именно по определенным системам, каналам управления этими дронами, а тем более без Старлинка. Если со Старлинком, тут здесь попроще. А если без Старлинка, довольно-таки сложная тема, которую выполнили и решили специалисты службы безопасности. И именно вот такого рода связь, она, если 900 километров есть, а это прямая получается связь, то если ее еще положить на беспилотные летательные аппараты, ну, то есть научить беспилотники с дальностью 900, где 900, там и 1000 километров. То есть если будет у нас связь с беспилотником прямая с такой дальностью, то можно считать, что в радиусе 1000 километров все военные объекты будут уничтожены, российские, это на территории России. И потому одно дело, допустим, Си-Бэйби, тут давайте дадим такой месседж для службы безопасности в эфире. Пусть попробуют переложить эту систему именно на беспилотники. Беспилотники летающие. Это будет, ну, фурор, однозначно фурор по выполнению боевых задач. Тут надо этот канал связи распространить на все спецслужбы, на все тех заинтересованных лиц, которые могут выполнять и создавать беспилотники именно летающие. После удара, особенно после второго удара по Крымскому мосту, вот этими Си-Бэйби, тоже оказывается отличный катер, тоже некоторые моменты вот из этого интервью узнал. Он используется еще как платформа, то есть не как катер «Камикадзе», а как платформа для переноски других средств поражения, средств связи, контроля и так далее, тому подобное. Это уровня самолета, то есть самолет это тоже такая платформа. Я летчик, потому я сразу как авиация это все экстраполирую. То есть такая же платформа выполнения задач, которую она может выполнить, зависит от того вооружения, которое на нем висит. На этой платформе. То же самое и здесь. Раз Си-Бэйби это платформа, значит, на нее можно повесить все. Все, что летает, все, что ходит, или все, что подводное. То есть, по большому счету, довольно-таки интересная разработка именно этого Си-Бэйби. И уже наши партнеры уж точно, я думаю, возьмут ее себе тоже на вооружение, то есть здесь уже СБУ может здесь и чуть подзаработать, то есть повысить свой внутренний бюджет, это как минимум. Но и удар, второй удар по мосту Керченскому, он практически вывел его из строя. Тоже факты реальные те, что есть. Россиянам приходится сейчас по автомобильному мосту пропускать грузовики тонн по 5, не более. Понятно, идет боеприпасы и пятитонные, тем не менее, но это уже намного меньше. И сцепки они тянут по железнодорожному мосту, боясь и повторного удара, по 5 вагонов.
То есть 5 вагонов электрички, 5 вагонов боеприпасов. Но это меньше, чем, по крайней мере, было до этого, когда по 60 вагонов сцепки тягали по 3000 тонн одновременно. А основной поток идет через, в районе Керченского моста, идет через паромную переправу. То есть, скорее всего, в ближайшее время надо выполнить задачу по уничтожению дебаркадеров, то есть этих пристаней для этих паромов. Да и паромы в том числе надо уничтожать, так как, да, это, так как через паромы, по большому счету, могут тоже создать, то есть перебросить достаточно серьезное количество боеприпасов, вот то, что сейчас и происходит. Потому и Керченский мост, и паромная переправа должны стать целями в ближайшее время для наших спецслужб, для наших вооруженных сил Украины. Ну а так как СБУ здесь в этом смысле по уничтожению, первый удар был СБУшный, и второй удар был СБУшный, я думаю, третий удар уже они креативят, это будет что-то другое, что-то новенькое. Посмотрим, третий удар должен вывести этот Керченский мост навсегда из строя, и мы должны забыть за этот трафик военной продукции через Стаманина в Керчь. А это около 30% всех боеприпасов, которые идут из России в сторону Херсона. Ну, власне, пан Роман, і Василь Малюк, голова СБУ, каже, що Кримський міст приречений, Керченський міст приречений, він не буде функціонувати. І в підтвердження цих слів є повідомлення від Washington Post, що Росія і Китай обговорюють проект будівництва підводного тунелю під Керченською протокою. Тобто, я так розумію, що вони хочуть зробити альтернативу проходження з Криму до російської території, тому що не впевнені, що зможуть захистити Керченський міст. Ну, они могут что угодно там проговаривать. Дело в том, что подводный тоннель намного проще уничтожить, чем любое надводное или наземное сооружение. Дело в том, что тоннель – это вход и выход. Одна ракета на вход, вторая ракета на выход, и нету тоннеля. А внутри останутся китайцы. Ну, то есть, по большому счету, ну, их там много, 1,5 миллиарда, потому там несколько сотен китайцев в тоннеле, которые потом где-то через 100 миллионов лет разберут наши потомки, будут думать, и чего это здесь делали товарищи из Дальней Азии в преддверии Европы. То есть сложно будет это объяснить, но тем не менее. А ракета, мы видели, как заходит тот же «Скалп» на Керченский судостроительный завод. Одна ракета и вход в тоннель, ну, запакуется где-то на несколько месяцев. Потому здесь для нас это вообще не проблема. Пусть копают, к земле привыкают, это ж святое. Пане Романе, і, власне, знову ж таки висловив свою думку наш великий друг України. І справді людина, яка реалістично і об'єктивно оцінює те, що потрібно робити на фронті. Я кажу про Бена Ходжеса, колишнього командувача сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі. Він каже наступне, що США, Білий Дім, Джо Байден, республіканці, демократи повинні змінити риторику щодо України. І він каже наступне, що Білий Дім має казати не «ми будемо з Україною так довго, як це буде потрібно», а «ми будемо з Україною до перемоги». Начало було слово, а потім діло. Правильно говорить Бен Ходжес. Іменно так треба і воспринимати, як це воспринимають 40 мільйонів українців. У нас задача уничтожить російську армію, не видавить, чтобы кто не думал, уничтожить. Надо, нельзя выпустить ни одного россиянина с оружием с нашей территории. Их надо закопать здесь, для того, чтобы они не смогли отпочковаться и размножиться. Это раковая опухоль. Нельзя выпустить ни одну клетку этой раковой опухоли, иначе она опять разрастется. То есть уничтожить их здесь, выйти на нашу госграницу и из госграницы создать линию фронта, причем со всеми фортификационными сооружениями, которые присущи фронту. 1000 километров, это должно быть такая в глубину около 5 километров зона отчуждения, зона обеспечения, так называемая, если по-военному, проминированная, простреливаемая, то есть под полным огневым контролем лет на 100.
и чтобы ни одна эта тварь с Востока к нам сюда не подошла, не рассказывала, что есть, оказывается, еще и хорошие россияне. Хорошие россияне, хорошим россиянам хорошие гробы, плохим плохие. Потому пусть там за этой стеной и дальше лет 100 разбираются со своим генофондом и кто там кому что должен. Нас, главное, это не должно касаться. То есть, по большому счету, вот такой подход грамотный, правильный и в том числе в риторике, потому что именно риторика, она очень много чего значит. И у нас действительно... Реально это наш друг, это человек, который хорошо разбирается и в наших реалиях, и в линии фронта. Бен Ходжес, он такой генератор иногда правильных, грамотных идей, которые потом подхватывают и в том числе американские, европейские лидеры и начинают правильно смотреть на эти вещи. Потому с нами до победы, потому что эта победа не только будет Украины, это будет победа всей европейской демократической цивилизации, за свою независимость и за свое, за свое светлое будущее. И без, по крайней мере, без ракет, без танков, без этих толп с Востока непонятно каких людей и непонятно чего хотящих. Пане Романе, НАТО, наші партнери, яких ми за два роки майже війни трішки розворушили, дали зрозуміти їм, що таке Росія, що таке тероризм і що компромісів не може бути. Суть в чому? Що вони в офіційному своєму акаунті продемонстрували 21 новий танк під різними прапорами країн НАТО і прописали, що так вони показують свою потужність, готовність і, власне, що вони готові до Росії. Як вони це написали? Ми погодили найбільший комплексний план оборони з часів закінчення Холодної війни, спрямований на протидію двом головним загрозам для нашого альянсу – Росії та тероризму. Ну от, пане Романе, все добре написали в Північно-Атлантичному альянсі, тільки я не розумію, чому вони поділили Росію і тероризм. У них есть пока еще такой вопрос по совмещению России и терроризма вместе. Но, и, кстати, это, скорее всего, причина, почему нам сразу не дали достаточное количество вооружений, чтобы мы освободили свою территорию. Дело в том, что после освобождения от российских оккупантов Украины вскроются чудовищные факты тех потерь украинцев, гражданских особенно, сотни тысяч убитых на той территории. Вот почему 10-й год Европа и некоторые лидеры, и штатовские тоже в том числе, они боятся освобождения нашей территории. Боятся. Почему? Потому что тогда надо будет отвечать. А вот это было в течение 10 лет. В Европе в течение 10 лет, а последние 2 года, было убито сотни тысяч украинцев. 10 тысяч было погибших в Газе палестинцев. Вы видите, какой сейчас негатив идет по Цахалу, по Израилю. И европейские, и уже американские избиратели. Уже негатив довольно-таки серьезный. Представьте, если скроются эти все реальные факты по сотням тысяч убитых украинцев. Это будет волна, которая может смести всех европейских и американских политиков. Причем волна такая довольно-таки серьезная, потому что их избиратели у них спросят. Так у нас тут под боком оказывается россияне. Как оказалось, террористы еще похуже, чем тот же Цахал или тот же Хамас. Потому что и там были убийства гражданского населения. А тут в центре Европы сотни тысяч было убито украинцев, и вы за все это время не сказали, что это террористы, и дальше ходили в глаза ему, смотрели Путину, там покупали газ, нефть, торговали и так далее, и тому подобное. То есть вот такой удар, он может так довольно-таки серьезно потрясти всю европейскую, американскую общественность, ну, естественно, снести этих всех правителей, кроме тех, которые сразу заняли реальную позицию, вот такую, как, допустим, тот же Бен Ходжес. Россияне – это террористы, причем не только те, которые пришли к нам, это террористы, которые их подготовили. Это у нас сейчас 400 тысяч россиян находятся на нашей территории, еще 1100 их готовят.
То есть это общее количество в 500 000 террористов в чистом виде, которые выполняют функции геноцида украинской нации. И это продолжается. Вот 90 лет назад этот тот же геноцид был в Голодомор, а это в чистом виде геноцид украинцев. Опять он продолжился через 90 лет. Вот опять они пришли. То есть это та волна, это тот Восток, который, перемешавшись с севером в районе Европы и Азии, он сотворил вот такое чудо, можно сказать, в перьях российскую нацию, которая, кроме как убивать, тем более в таком террористическом угаре, ничего больше не может. Они не могут ничего у себя построить. Там десятки тысяч километров по пустоши, не могут обустроить себе жизнь, лезут куда-то в другое место, непонятно зачем, за унитазами. Это вообще на голову никому не налазит. Уже можно было собрать этих унитазов туда, в Заурал их забросать, чтобы только сюда не лезли. И только надо объяснить, что с ними делать. Они же не знают, где их ставить. Ставят в центре зала у себя дома и не знают, как оно все уходит. То есть это надо с целым пакетом сантехники передавать. То есть по большому счету подход к этим людям должен быть таким жестким, и определения должны быть тоже жесткие. В чистом виде терроризм. Министерство обороны Российской Федерации – это террористическая структура, которую надо объявлять в террористической, и дальше со всеми последствиями, которые присущи террористической структуре, с уничтожением, полным, тотальным уничтожением всех военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Плюс государство, пока еще государство Российская империя, Российская Федерация, нужно объявлять государством, спонсором терроризма, со всеми вытекающими и со вторичными санкциями, в том числе и по тем странам, которые с ней будут торговать. А вот здесь как раз и большая проблема, потому что торгуют с Россией все, от Китая до Европы, до Соединенных Штатов. Соединенные Штаты до сих пор закупают уран у России. То есть, и вот это их как раз и останавливает, связывать Россию с терроризмом. Но надо начинать с себя. Надо признавать Россию государством-террористом, надо прекращать любые отношения с этим государством, просто любые, не только финансовые, экономические, любые. Это государство-спонсор терроризма. И требовать от наших партнеров такого же признания этого государства государством-террористом. Пане Романе, на завершення, що кажуть Z-пабліки росіян про те, що в них є тотальний провал по цих от свіжомобілізованих? Що вони мають на увазі? Мовляв, ті, кого росіяни кожного місяця мобілізують, 20 тисяч, так, це і добровольці, і грошова винагорода, вони абсолютно непридатні для фронту. Три чверті з них не вміють воювати, не підчиняються виконанню наказу, постійно розпивають алкогольні напої, влаштовують п'яні ДТП і тікають з позицій. Но, тем не менее, общее количество войск у россиян не уменьшается. То есть мы их где-то уничтожаем до 30 тысяч в месяц. Их где-то до 30 тысяч они собирают. Причем собирают грамотно, привлекая в рекрутинговые центры, привлекая определенными меркантильными подачками, на которые ведутся, естественно, россияне. То есть они как минимум мотивированы. Ну, с профпригодностью это, конечно, проблема. То есть уже комиссии не справляются, потому что некого отбирать. Не то, что некого отсеивать, а отбирать уже некого. А потому вся эта толпа гонится на выполнение боевых задач. Они могут их выполнять. Дело в том, что в любом виде россиянин, по большому счету, посаженный в окоп, которому сунули в руки автомат, показали сектор обстрела, он может работать в режиме огневой точки, пока туда к нему мина не прилетит или кассетный боеприпас, суббоеприпас косить. Но, тем не менее, он несколько минут может жить, а то и часов, по большому счету, в таком же режиме их-то и используют. То есть им и нужен именно такой режим, режим обороны. В основном, практически не везде в режиме глухой обороны, кроме как пытаются наступать, опять же, по 3-5 позиций, 3-5 локаций, где они пытаются наступать с помощью вот этого пушечного мяса, которое собирают по всей России, свозят под какое-то денежное содержание и потом ставят задачу
двигаться туда. То опять же, автомат, зубы показывают направление и с пинком под пятую точку отправляют эти отряды, вновь собранные, на наши пулеметы. Вопрос, зачем это делать? Для того, чтобы можно было в таком в режиме живца, охота на живца, так называемая. То есть это живец, ну, недолгий, так сказать. У них задача 10-30 человек в группе выходить на наши позиции для того, чтобы мы вскрыли свои огневые точки. То есть мы по ним начинаем отрабатывать. А здесь уже россияне-артиллеристы с помощью беспилотников, отслеживая местонахождение наших огневых точек, пытаются их накрыть с помощью своей артиллерии. Вот в таком режиме им нужен этот живец. Но в таком режиме там все равно кто. Самое интересное, чем называется, чем пьянее, тем лучше. Потому что человек, у которого мозгу уже нет, он выполняет задачу, ему показали куда-то, сказали, что вечером, если оттуда вернешься, нальем стопарик, он пойдет и именно так их и использует. Потому здесь, ну как сказать, мы это понимаем, мы понимают это россияне, даже те, которые туда идут. Но это вот такой тип человека неразумного, я бы так сказал. Это такая лишняя ветвь эволюции россияне. Потому этот человек неразумный, он все равно будет эту задачу выполнять. Нам надо просто больше боеприпасов. Это надо к нашим партнерам. Это показывать надо, что нашим партнерам надо на пальцах рассказывать, что нам надо боеприпасы для того, чтобы этого человека неразумного вернуть обратно в прах, из которого он вышел. Ну, то есть примерно в таком режиме. Пане Романе, дякую за це якісне зведення. Сьогодні, нагадаю нашим глядачам, 25 листопада, субота, обов'язково. Підписуємось, ставимо лайки, коментуємо, ділимось нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, і ми побачимось з вами в ефірі 24 каналу.